Привет, друзья. Вот смотрите, сувениры, которые у меня есть, интересные. Да, я вам показывал уже на одном из роликов «Звездную ночь». Марина, жена Антона Казанова, сделала сама. Да, видите, какой сувенир? Я из него иногда пью чай. Но вообще-то я хотел вам показать. Слушайте, мне подарили батончики. Видите? Смотрю, мне же сахар, я не ем сахара вообще, и вам не советую. А тут попробовал, так вкусно сладкие. Я вот думаю, почему сладкие? А там написано диетические. Ну вот не могу понять, может там вместо сахара еще большую гадость заложили. Может кто-нибудь из вас знает. Но я хотел вам сувенир показать какой. Видите, это мне подарил боксер Поветкин. Поветкин, ну это, знаете, братья Поветкины знаменитые. Их отец тоже был боксер, тренировал их, да. И вот я Поветкину говорил тогда, он приезжал ко мне в центр на Таганке. Давай, я говорю, я тебе покажу, говорю, как делается хлёст, как делать, чтобы ты быстрее в поток входил. Да, я ему показывал, и потом он мне показывал, как он это делает. Это здорово было, и я ему говорю, давай мы с тобой для всех подростков школу такую сделаем онлайн, открытую, чтобы они научились так вот. И там же самое главное, о чем я говорил в прошлом ролике, входить в решение вопроса, хоть в бой, хоть в решение какой задачи, когда твои мысли заняты какой-то доминантой. И в этот момент иметь пустую голову. Я же об этом говорил в прошлых роликах. Потому что пустая голова, ну это так феномен пустоты в голове, когда ты чем-то занят и ни о чем другом не думаешь, и у тебя на автомате все включается. В бою, например, у боксера или у каратиста, или в джиу-джитсу, там, или когда ты в теннис играешь, у тебя такой момент бывает, когда ты в потоке. То есть у тебя происходит сброс всех ограничивающих умом, стереотипов, страхов за ошибку, комплексов. Все вот это, что связано со стрессом, исчезает, и ты входишь в автоматизм деятельности, где тебе инстинкт подсказывает, и все наработки, которые ты сделал в своей жизни в этом каком-то направлении, свободно ассоциируются мгновенно в этом доминирующем для задачи направлении. Свободные ассоциации. Я говорил об этом. Феномен пустой головы. У меня была теория пустой головы. Для чего миллионы лет создавала, значит, природа такой мощнейший организм, как мозг, и в этом организме, механизме, как мозг, из миллионов, из миллиардов там нейронов, этих сложнейших нейросетей, которые переплетаются друг с другом необычайным образом, как Вселенная, как структура Вселенной. Зачем там пустота? Так вот, эта вся батарея сложнейшая, она как раз-таки может быть для этого и создана, чтобы пустоту создавать иногда. Интересно, правда? Вот это великое ничто. Великое состояние нуля. Мы как раз-таки тренируемся этому состоянию за счет разгрузки, перезагрузки, выхода на нулевое нейтральное состояние свободного сознания, когда мысли не сопровождаются эмоциями, когда о чем бы вы ни думали, вам пофигу. Вот это состояние, если углубить, то есть отключение внутреннего диалога и так называемое состояние дефолта мозга, оказывается. В разных направлениях, в спорте, в искусстве, в любой другой деятельности, называется по-разному. То нирваной называется, то дзен, то медитацией, то фана, то молитвенной благодатью. По-разному называется. И когда мы занимаемся выходом на нулевое состояние через разгрузку, когда мы выходим на эту безмятежность, бесконечность, безвремение, мы же общаемся с Богом.
Потому что о нем же так пишут, что его никто не видел и видеть не может, потому что глазами он не осязаем, руками не ощущаем. Это бесконечность, безмерность, безвремение. Там, где нет ограничивающих вот этих всяких пределов. Так это же и есть в нас, внутри нас, когда мы выходим на ноль. И когда мы в этот момент там очеловечиваемся. Так Бог в человеке и человек в Боге. Да. Ну вот посмотрите, пустота в голове. Вот там мы и тренируемся. И потом, когда мы в бою, или когда пишем роман, или что, у нас воображение лучше работает. Свободно работает воображение. Поисковая активность мозга лучше. И мы мыслим лучше. И быстрее мыслим. Да. Потому что у нас свободный поток ассоциаций, связанный с решением нашей задачи. По нашей цели. И как я говорил, стрела, летящая точно в цель, и ты, который стреляющий точно в цель, человек, стреляющий точно в цель, един с целью. В этот момент он не думает, как руку положить, как удар нанести, у него все идет на автомате, синергетично. До встречи, друзья. В следующий раз еще что-то интересное расскажу. А вы все про батончик все-таки мне скажите, вот это, там вес сахара что? И вообще, Поветкина увидите, привет передавайте, и брату его. До связи.